конце года принято подводить итоги. Не будем отходить от традиций. Я отмечу 5, с моей точки зрения, основных событий, которые не только определили основные тренды, но и заложили основные подходы на 2023 год. Во-первых, сохранилось доверие в целом к финансовой системе, притом как со стороны физических, так и юридических лиц. Действуя в очень непростых условиях 2022 года, финансовая система фактически нивелировала, но, по крайней мере, приспособилась к тем рискам, угрозам, которые были последствием санкционной политики против нашей страны. Существенный вклад в стабилизацию финансовой системы внес отказ от платежей в иностранной валюте как на межгосударственном уровне, так и между субъектами хозяйствами. В первую очередь между странами Евразэс и так называемыми дальние дуги. Я приведу несколько цифр. Например, товарооборот между странами Евразэс в национальных валютах составил, соответственно, по импорту и экспорту 49,56%. Укрепил свой статус и российский рубль как региональной валюты. Его доля, соответственно, составляет 80,87%. В качестве второй позиции я отметил бы так называемое экспортное чудо. Хотя, с моей точки зрения, тут не было никакого чуда. Это явилось результатом планомерной и рациональной позиции, которую заняло правительство Республики Беларусь в части пандемийных мер в 2020-2021 году. Как следствие, сформировалось устойчивое положительное сальдо, которое ожидается по результату года, достигнет результата 4,5 миллиарда долларов США. Причем приток валюты фиксируется как по услугам, так и по товарам. В-третьих, для правительства уходящий год начался с проблем с инфляцией, которая по прогнозу 2022 года не должна была превысить уровень 6%. Однако ажиотажный спрос на отдельные виды товаров и услуг, которые явились следствием санкционной политики против нашей страны, рост цен на внешних рынках и другие факторы привели к ее росту в августе текущего года почти до 15%. Но своевременное вмешательство Александра Лукашенко и предпринятые правительством меры позволили не просто не допустить ее дальнейшего роста, а даже уменьшить. В-четвертых, появилась позитивная тенденция в промышленном секторе экономики. В рамках реализации экономического блока 28 программ союзного государства появился явный драйвер – это промкооперация, а точнее импортозамещение. Об этом говорили два президента на встрече в Минске 19 декабря текущего года. Накануне главы Минфинов подписали соответствующее межправсоглашение о выделении Республики Беларусь российского кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей. Данное решение является катализатором развития промышленного сектора Республики Беларусь и в том числе Российской Федерации. Уже реализовывается в Республике Беларусь, причем за счет собственных ресурсов, в том числе бюджетной поддержки, порядка 200 импортозамещающих проектов на сумму более 10 миллиардов долларов США в эквиваленте. В этих проектах участвует порядка 2500 субъектов хозяйственной разной формы собственности. Ну и, наконец, в-пятых, недопущен обвал макроэкономических показателей. Несмотря на то, что поручение главы государства и, в принципе, под это подписывалось правительство, выйти по результатам года, что называется, в ноль, то есть фактически повторить результаты предыдущего года, вряд ли этот показатель сбудется. С моей точки зрения, плюс-минус несколько процентов не является существенным. Гораздо более важным является сохранение управляемости белорусской экономики в целом. Таким образом, можно констатировать, что на фоне тех шоков, которым подверглась наша страна в текущем году, белорусская экономика сохранила управляемость. И это является несомненным достижением как правительства, так и вертикали. С точки зрения чего ожидать в следующем году, какие шоки, какие возможности, какие риски нас ожидают, наверное, на эту тему поговорим уже в одном из ближайших выпусков в следующем году. А пока хотелось бы поздравить всех с Новым годом и на фоне традиционных пожеланий здоровья, благосостояния, счастья и здоровья наших семей выразить пожелание, что в следующем году восторжествует здравый смысл, и наши соседи, соседние страны будут совместно созидать и строить свое будущее.